Всем привет, с вами Роман Раскольников, и сегодня я буду проходить игру под названием Animusha Warlords. Итак, в прошлой серии я получил прикольный меч, огненный меч. Ух ты, у него даже и полоска заряда, короче, теперь красная, а не синяя, как у меча грома. Меч грома, хоть он и называется мечом грома, но он бьет молнией врагов. А этот меч будет, походу, сжигать своих врагов. Так, впереди большой камень. Похоже, что на нем есть какие-то буквы. Однако вы не можете их прочесть. Жаль. Ну ладно, я их не могу, к сожалению, пока что прочесть. Так, и мне сейчас нужно вернуться назад. Так. Надо как-нибудь душ пофармить. Отлично. Сразу чувствуется по-другому, он как-то атаки начал наносить с помощью этого меча. Он как будто более тяжелый, что ли. Так, а если я поменяю стойку? Отлично. Ой, блин, я обратно вернулся. Зачем? Я, походу, не в ту сторону повернул. Ну что, сейчас опять будут появляться враги. Так. Так, одного я добил. Так, там еще сзади остался один враг. Так, надо траву прокачать, в любом случае, чтобы она стала намного эффективнее. Так. Ой, блин, что это такое? О, кто-то что-то выкачал. Ах ты ж. Да блин, хватит. Чего творить-то? Отстань. Они высасывают энергию. А, так они, если один погибает, другой засасывает себе энергию. Я понял. Нифига себе, сколько у него там энергии было. Так, а вот что делать с костром, который как-то странно синим пламенем горит? Так, он дверь сломал. Дверь была сломана монстром. Но теперь у меня есть красное око, которое мне позволит открыть вот эту вот дверь. Так, я так и не понял, вот что нам здесь делать. Ладно, давайте сохранимся. Давайте больше сначала прокачаем траву. Так, у меня тут нажми кнопку X и улучшь кольцо, что станет сильнее. Кольцо, а что оно дает, это кольцо? Прикол. Левел 1. Нифига себе, как можно прокачивать их. Долго можно прокачивать, так, хорошо. У вас мало трав. Вот оно что. Я думал, мы вообще общую траву улучшаем, а мы только то, что у нас есть в инвентаре. Ладно, я понял. Ладно, надо душ немного фармить. В принципе, враги постоянно респаунятся.
Ах ты ж. Так, аккуратно. Что он делает? Почему он прыгает вокруг нас? Так, вот таким вот образом можно фармить себе души, которые потом можно будет улучшать оружие. Так, ладно, давайте наверх поднимемся. Ух ты, нифига себе. Теперь их двое. Так, стоп, а эта дверь закрыта? Понятно. Так, пока что нам не один согрелся, хорошо. Ну и что теперь ты будешь делать? У тебя же меч этой, как его, секиры нету. Есть. А, нет, он какую-то фиг... А, он меч достал, я понял. Да ё-моё, ты чё ты творишь? Нифига себе. Ах ты ж демон проклятый. Не знаю, кто это такие, но они отнимают у меня мою энергию. А не успел собрать всю энергию, я собрал. Так, только вот я здоровье потратил слишком много. Ну, вот так вот можно набрать очень много душ. Нифига себе, я сразу как респанулся и сразу начал атаковать. Так, подлечиться можно. И с них мало выпадает, надо выбивать с того, у кого много этих душ. Так, ладно, давайте пойдем сюда. Так, враг. Ой, блин. Нежить. Так, я понял. Но, по крайней мере, его атаки можно контрить. То есть это, дефать. Не контрить, контрить не получается, а дефать. Ой, блин, куда это я зашел? Ну-ка, подождите. А тут разве дверь была? Ой, блин, он снова появился. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Отстань от меня, блин, дурак. Так, нам нужно подлечиться. Тихо. Так. Здесь у нас какая-то дверь, хорошо. Там не знаю, что такое у нас. Так, там тоже какая-то дверь есть. И тут двери. Тут повсюду двери. Давай сначала сюда пойдем.
Блин, это энергия этого меча была. Она мне сейчас не нужна. Так, карта, отлично. А что такое? Странный человек молча смотрит на меня. Типа. Что тебе надо? Куда ты пропал? Волшебное зеркало. Давай больше. Нужно меч прокачать. Был расширен. Так, Энрио был расширен до уровня 2. Что я не понял, он поменял свой вид, что ли? Внешний вид? Прикольно. Мне нравится огненный меч. Так, он мощнее стал, это точно. Я прям чувствую. Это. Тихо. Ах ты ж... Так, отлично, там... Там дверь заблокирована, что ли? Двумя печатями. В центре находится кристалл, и внутри вещи есть еще гром-кристалл. Нам нужно два кольца грома, что ли? Подожди. А если я экипирую... Подожди, меч... Вы не можете открыть этот, это на вашем уровне. Надо меч прокачать, я понял. Ой, блин. Наверное, до второго уровня меч надо прокачать. Блин, фигово. Так, опять ты. Так, а куда тут громила-то пропал? Надо меч грома теперь. Отпусти меня! Прокачивать. Тихо! Что здесь происходит? Стой! Кто ты и что тебе нужно от этого мальчика? Я должен спросить тебя о том же. Ты ведь не работаешь на клан Сайта, не так ли? Подожди, неужели ты Саманоуски Акечи? Да, это ведь ты. Не могу поверить в то, что ты мог оказаться здесь. Я служитель клана Ордена. Меня зовут Такичиро Киношота. Этот человек в конечном итоге покорит мир под именем... Хидэваши Таятоми. Что здесь делает служитель клана Ордена? Подожди. Сначала мы должны поговорить о деле. Скажи мне, Саманоуски, ты заинтересован в том, чтобы служить нашему клану? Мой повелитель Набунага будет не против иметь у себя на службе такого великого самурая, как ты. Я никому не служу. Моя жизнь принадлежит только мне, и я буду сам распоряжаться ею. Понятно. Тем не менее, я пока что не отступлю. Мы еще встретимся с тобой. А разве же Ода Нобунага не погиб? Это раз. Во-вторых, Хидеоси Тайтоми. Блин, знакомое имя. Я вот сейчас как раз таки прохожу параллельно Samurai Warriors. Там вот это Ода Нобунага, блин, Ясу Токугава. Блин, забыл, как этого ниндзя звали.
Все имена знакомы, короче. Ты взял простую стрелу. Блин, забыл, как ниндзю, блин, зовут. Самого первого ниндзю. Причем это реально исторические личности. Так, откуда я вообще пришел? Вот вопрос в чем. Отсюда я пришел, походу. Так, надо сохраниться на всякий случай. Это что-то у меня эмулятор подвис немножечко на секунду. Мало ли, может сейчас. Короче, ошибку выдаст. Так. Сюда я пришел. Эта защита не поможет от атаки. Так, еще там что-то у нас в сундуке. Ты взял журнал номер 3. Жутко хочется есть. Интересно, сколько дней назад я решил в эту... Так, я пришел в эту пещеру. Может быть источником напряжения... Так, вода? Так, может Может быть источник напряжения вода, капающая из стены? Я шел по запаху крови и пришел сюда, в обычные... Так, в обычных условиях. Так, я бы не смог это по... Так, я бы не смог это нюхать. Но голод... Но голод заставил... голод заострил мою чувство. Обострил. В обычных условиях я бы не почувствовал это. Не уловил бы этот запах. Ну, или как-то так. Но голод обострил мои чувства. Поэтому я смотрю... Блин, вот... смотрел. Поэтому я смотрел на то, что могло быть моим самым худшим кошмаром. Кошмарным сном. Так. Что за вид? Демоны едят заключенных людей живьем. Они не обращают внимания на крики их жертв. Просто хрустят их костями и пережевывают их плоть. Я застал на... Так, может, так лучше будет читать все-таки? Да нифига. Я застал на месте, лишь смотря на это, пока меня не заметили демон. Пока меня не заметили демоны. Подожди, что это? Я застыл на месте, лишь смотря на это, пока меня не заметили демонами. Пока меня не заметили демоны. Нет, я не это имел в виду. Я смотрю на палец человека, лежащий на земле. Когда человек умирает, его тело становится лишь мясом. Как я боюсь и подумать о том, что мне придется есть то, что оставили после себя этот ужасный тигр. Что за зло находится внутри меня? Сайму. Он что, в демона, что ли, начал превращаться? Так, ладно, возвращаемся. Ах ты ж... Вот тебя нам взяли и ударили меня. Так, зато я эту дверь могу открыть. Тихо. Минус один? Нет, он еще все станет. Как ты умудрился меня еще ударить? Так, отлично. Так,
Так, это еще что за штуковина странная? Самонуски, ты ни о чем не хочешь спросить этого молодого человека? Не бойся. Нет! Ты хочешь сделать мне больно, как и тот другой самурай! Это неправда. Пожалуйста, скажи, как тебя зовут? Меня зовут Имамото. Имамото, ты должен мне помочь. Что хотел от тебя этот самурай? Откуда мне знать? Так что ты здесь делаешь? Как ты попал сюда? Иди за ним, пока я буду искать принцессу Юки. Хорошо. Опять разделяемся. Так, а куда она там ушла? Неужели эта дверь будет опять заперта? Нет, я могу туда идти. А нужно ли? Нет, не нужно. Только теперь сейчас враги здесь обновятся. Только не это. Эй, ты! А, все, я проиграл. Так, надо подлечиться. Только вот потом, когда у меня вся трава закончится, что я буду делать? Даже не трава, а все аптечки. Что это? Тут какая-то яма. Вам нужен способ открыть. А, мне что-то нужно найти. Так, хорошо, я понял. Нам, значит, надо идти сюда. Так, отлично. Откуда ты тут взялся? Ой, блин, не то. Подожди-ка. Я же не жал треугольник. Ой, блин, как это у меня так получилось ему за спину заскочить? Еще одна дверь какая-то. Так, ну-ка посмотрим, что у нас здесь. Здесь у нас лестница, ведущая наверх. Так, я взял траву, отлично. Горит. Как я. Вот как узнать, где предметы, которые можно подбирать, а где которых. Которые нельзя подбирать. Если они тут никак не отмечаются, не выделяются. Тут шкатулка с секретом. Ух ты! Так, 1-4. Так, вот так вот. Один. 3-6, блин. Неправильно видит. Неправильно. Вот так вот. Так, вот так вот. Вот так вот. Так вот, и вот так вот. Все, отлично. Я взял лук. Отлично. Какой лук выбрать? У меня, кстати, есть стрелы. Ты возьмешь простую стрелу, да. Так, этот меч стрела из железа. Почему тут меч? Ух ты, я могу сражаться с помощью лука. Неплохо, неплохо. Так вот, количество стрел у меня ограничено. Так, давайте-ка мы пока что меч возьмем.
Подожди. Не могу разбить, хорошо, я понял. Так, веревка. Мы что-то скинули вниз. О, книга какая-то. Ты взял Сузаку. Так, оружие огров с онов и их силы и жизни. Оружие огров. Так, ну ладно, что-то мы, может быть, знаем, может быть. Поймем, как это правильно делается. Так, а все, тут больше ничего перерубить нельзя, да? Блин, сейчас враги опять появятся. Нет, не появились, отлично. Так, а давайте посмотрим, что у нас там сверху находится. А, блин, только вот так вот. Только через X подниматься можем. Так, это не ломается ничего. Странно, здесь тоже что-то можно было перерубить. Тихо, аккуратно. Эх ты ж. Тихо. Ах ты ж, жулик. Типа помогает вот этот вот. Ниндзя. Тихо. Блин, я не смог собрать себе весь этот опыт, который был. Тут летал. Так, лечиться. Так, ладно, давайте посмотрим, что у нас за этой дверью находится. Ух ты, я сверху вышел. Чё, спасем его? А мы спасти не можем. Но у меня есть лук. Так, давайте на всякий случай сохранимся. А как узнать, в кого я целюсь? Как стрелять-то? Слушай, я не знаю, как стрелять. Так, ладно. Нам, короче, надо обратно вернуться. Да ты задолбал. Я не вижу, блин, из-за камеры. Их двое теперь. Да хватит скакать. Как непонятно кто. Да ё-моё, ну вы жулики. Так, я просто должен их всех спасти там, короче. Хотя я не успею, наверное. А нужно ли мне их спасать? Вот в чем вопрос. Ах ты ж... Так, ну потихоньку я лечусь. Хорошо. Операция по спасению. Тихо. Так, я вот... Подождите, я отсюда пришел, да? А куда они все пропали-то? Короче, они куда-то все пропали. Я пришел их спасать. А как я их должен был спасти? Вот вопрос. А здесь я уже был, да?
А здесь я уже был. Так, хорошо, зато я подлечился. Пока я меч не прокачаю, мне дороги туда нет. Так, ладно, ну что ж, давайте мы тогда на этом завершим серию. Всем спасибо за просмотр. С вами был Роман Раскольников. До встречи в следующих видео. Всем пока.